Всем привет, меня зовут Бекзат Юсупов, приехал из Ташкента. Привет, меня зовут Маша, я из Бишкека. Всем привет, меня зовут Юна, я журналист, работаю на портале «Власть.кз». Я являюсь главным редактором и основателем новостного агентства «УзНьюз». А сегодня очень крутой лектор Ильёр Нематов рассказывал, как правильно снимать репортажи, как правильно подбирать кадры, место съемки. И так далее. Сегодня у нас был очень крутой, очень насыщенный день. Мы с Ильёром проходили фотографию. Он нам рассказал, как снимать крутые документальные снимки для наших будущих фотоисторий. Разобрал с нами наши темы. Мне очень понравилось, как Ильёр сделал отсылку и связал фотографию с мировым кинематографом. Это очень интересная тема и очень для нас применима на практике.